Городу удалось вернуть земельный участок по улице Магомед Тагирова, 182. В Инстаграм к мэру Махачкалы Салману Дадаеву поступила просьба проверить законность постановки на кадастровый учет данного участка. Так выяснилось, что один из жителей города с помощью подложных документов зарегистрировал право собственности на землю площадью 400 квадратных метров. За подделку документов махачкалинец будет привлечен к ответственности. А специальные городские бригады в ближайшее время приступят к приведению участка в порядок. На основании собранного проверочного материала администрация города обратилась в Кировский районный суд города Махачкалы с исковым заявлением о возврате собственности муниципалитета незаконно оформленного земельного участка. Решением Кировского районного суда города Махачкалы, оставленным без изменения апелляционного определения Верховного суда Республики Дагестан, исковые требования администрации города Махачкалы удовлетворены в полном объеме. На основании вступившего в законную силу судебного решения администрации города направлено заявление в Управление Росреестра по Республике Дагестан для снятия данного участка с кадастрового учета.